Здравия, дорогие друзья, с вами Ведодом, и мы находимся в Коростышин, город Коростышин или ПГТ Коростышин, ну, в общем, зона отдыха Коростышин. И вот место, в которое мы попали, это называется Коростышинский каньон, Грэнд Каньон, прям как в Аризоне, Грэнд Каньон. И вот сейчас я покажу, как он выглядит, Коростышинский Грэнд Каньон. Прекрасное место для отдыха. Сегодня на дворе у нас июль месяц, и июль месяц, 22 число, 22 июля, и так выглядит Грэнд Каньон. Так случилось, что в это время здесь идет свадьба, и мы наблюдаем прекрасный процесс, жених и невеста делают фотографии на всю оставшуюся жизнь, свидетельницы позирует. Все очень красиво и замечательно. Эй. Добрый день. Так выглядит Коростышинский Грэнд Каньон. Коростышинский Грэнд Каньон. Ты что, как водичка? Водичка, как водичка. Прекрасное место, ощущение отдыха, расслабления, очень здорово, замечательно. Коростышинский Грэнд Каньон. Высокое место, туда можно прыгать, кстати. Туда можно прыгать. А может быть, я пойду спрыгну туда? Я бы, пожалуй, прыгнул. Надо будет запечатлеть это место высокое, буквально где-то, наверное, метров. Ну, метров 20 точно там есть. Высота вот этого подъема. Пойдем попробуем прыгнем. С вами Ярослав Мудрый Воронцов и Академия семейных отношений Ведодом. Мы путешествуем по городу Коростышину. Мы сейчас посетили с вами Грэнд Каньон. А также здесь есть прекрасные еще два озера. Первое — это на карьере, куда мы пойдем позже. И рядом еще одно озеро, как называется, не знаю, но там очень красиво и замечательно. Прекрасные места. Продолжаем наслаждаться. Город Коростышин и зона отдыха. Только что смельчаки прыгнули. Свыше это была низкая заход, там есть повыше. Надо туда прыгнуть и нам. И вот еще один смельчак попал. Супер. Когда я буду прыгать, я буду там кричать очень громко, потому что это дает возможность. Когда ты прыгаешь и кричишь, первая чакра заряжается, и она позволяет преодолевать этот страх. С такой большой высоты я еще ни разу не прыгал. А ну что ж, попробуем. Пожалуй, надо найти того, кто меня снимет. Сделаем паузу.